Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В мае на дорогах Кировской области травмы в ДТП получили почти полсотни человек. Цифра в сравнении с тем же периодом прошлого года выросла почти на 10%, информирует ГИБДД. Каждый третий дорожный инцидент связан с наездом на пешехода. Причем чаще всего вина лежит на пеших гражданах, которые пересекали дорогу в неположенном месте или находились на проезжей части без цели ее перехода. Трасса 101. Mitsubishi отзывает в нашей стране более 3000 кроссоверов Outlander. Автомобили были выпущены в 2016 году. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. В качестве причины указывается возможное снижение эффективности работы стояночного тормоза. Если это подтвердится, то на сервисе должны бесплатно заменить задние тормозные суппорты. Трасса 101. Продажи новых легковых авто в России в апреле этого года по сравнению со вторым месяцем весны 2020-го выросли почти в 4 раза, несмотря на то, что машины за это время существенно подорожали. Первое место по-прежнему удерживает «Лада Гранта». За нее сейчас просят минимум 520 тысяч рублей. На второй строчке «Лада Веста» с начальным ценником 744 тысячи. «Бронза» у «Киа Рио» минимум почти 900 тысяч рублей. Трасса 101. Subaru и Toyota вместе сделали электрический кроссовер, продажи которого стартуют в следующем году. Автомобиль получил название Solterra от латинских слов «солнце» и «земля». Технические характеристики новинки держатся в секрете. По неофициальным данным, она будет полноприводной, то есть с двумя электромоторами, по одному на каждой оси. Добавлю, в 2022 же году Toyota начнет продавать собственный электрический кроссовер BZ4X, очень похожий на RAV4. Трасса 101. Власти Петербурга ополчились против электросамокатчиков. Принято решение установить максимально разрешенную скорость передвижения на таком транспорте – 15 км в час. Правда, кто будет следить за соблюдением нормы, непонятно. Новшество, замечу, касается только пунктов проката электросамокатов. Их владельцы теперь вроде как должны технически ограничить возможность развивать скорость выше указанной планки. Также стоянку электросамокатов запретили в людных местах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.